Самый щедрый месяц лета только на пороге, а вы уже наверняка успели попробовать варенье и джемы из самых спелых ягод клубники и малины. А ведь в августе даже дачные хлопоты в радость. Собирать вкусную смородину, вишню, крыжовник – одно удовольствие. Главное, чтобы погода не подвела. Преобладающая температура ночью 8-13, днем 20-25. При осадках и в конце месяца 15-20. В последние пятидневки месяца ночные температуры понизятся до 3-8 градусов тепла. И в пониженных частях рельефа возможны слабые заморозки около 0 градусов. Народная примета гласит: теплый и сырой август – хорошему урожаю грибов. Но в последний месяц лета в Чите дожди пройдут даже с грозами. А последние денечки порадуют любителей утреннего тумана. И ладно, дождь, но минусовые температуры, которые случались 50 лет назад, в этом году явно ни к чему. Да и бит рекорд 1936 года, когда за окном было плюс 40, тоже, пожалуй, слишком. Отдыхайте последний месяц лета на полную катушку. Объедайтесь мороженым, освежайтесь возле фонтанов, гуляйте по вечерам и в конце концов ходите домой пешком после работы. И вообще запасайтесь витамином D на год вперед и побольше времени проводите на водоемах. Тем более дома горячей воды нет, а селфи в купальниках много не бывает. Валерия Кошнина, Константин Васильев, ЗапТВ.